Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, любители спорта! Телеканал «Радуга 3» начинает очередной выпуск еженедельной спортивной программы «Овертайм». И сегодня мы с вами поговорим о двух видах спорта. Один более личный, другой, естественно, командный. О лыжных гонках в ближайшие 15 минут, а также о чемпионате района по волейболу. Хотите стать спонсором программы «Овертайм»? Хотите, чтобы вашу рекламу видели не только по телевизору, но и в интернете? Звоните 220-03. Ну что ж, друзья, начинаем мы программу «Овертайм» с рассказа о лыжных гонках. На прошлой неделе в субботу на Северноводской лыжной трассе прошли очередные соревнования. На сей раз в них принимали участие сотрудники акционерного общества «Самара-Нефтегаз». Более 200 любителей лыжного спорта собрались на трассе, чтобы определить сильнейших. Не остались в стороне и руководители цехов и подразделений. Данный старт не входил в зачет ежегодной спартакиады, являясь полноценным соревнованием. Но, несмотря на это, гонки вызвали повышенный интерес. Только в стартовом городке собралось более 200 любителей спорта. Примерно такое же число зрителей расположилось и вдоль трассы. Участники со всей области, и из Отрадного, и из Покусного, и из Нефтегорска, и из Мирного, и из Самары, со всей области приехали. Как бы у нас раскидано в Самарскую область, плюс еще ближайшие областя, но мы оттуда не приглашаем, здесь только Самарскую область. Проводим это мероприятие первый раз. Я думаю, что начало будет достойным, и ежегодно будут проводиться вот такие мероприятия. Может быть, даже пару раз в год. Перед началом, как и подобает, состоялась небольшая церемония открытия. С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора акционерного общества «Самара-Нефтегаз» Николай Останков, а также другие почетные гости данного праздника. Очень приятно видеть такое массовое собрание всех вот здесь нас. И что хочу сказать? Давайте скажем спасибо администрации и профсоюзу, что они вот организовали для нас этот праздник. Позитива вам всем на лыжне. Достойно пройти. Каждый идет со своей скоростью. Скорость выбирает сам. И самое главное, это прийти на финиш. И всем спасибо за то, что здесь собрались. Я надеюсь, что сегодня все получат массу позитивных эмоций, ощущений. Самое главное сегодня, чтобы без травм все обошлось. Сильные стали чемпионами, а все остальные здоровыми. Впервые вот такое массовое мероприятие с участием заместителей генерального директора, начальников управлений, начальников отделов, начальников цехов, начальников РИЦ. Вот здесь мы собрали, и мы еще раз показываем, насколько мы едины. А если мы едины, хорошая поговорка, мы непобедимы. Сами соревнования в этот день состояли из нескольких частей. Вначале все участники вышли на так называемый разминочный старт, он же символический, на дистанцию 2018 метров. Цехов, управление, отделы поймут, что такое лыжи. Гонка проходила без учета времени, больше напоминая разминку. Тем не менее, головная группа заметно оторвалась от остальных участников, а на финише зрители и вовсе увидели борьбу за первое место. Все любители спорта без исключения говорили о важности проведения подобных корпоративных соревнований,
которые сплачивают сотрудников. Данный факт в дальнейшем, естественно, поможет улучшить и производственные показатели. Мы проводим здесь внутренние спартакиады, а сегодняшнее мероприятие, оно организующий, сплачивающийся коллектив, то есть руководители разных уровней присутствуют, рядовые сотрудники. Поэтому мы считаем вот этот праздник, он впервые проводится. Для здоровья, для поднятия тонуса, для работоспособности, эффективной работы всего коллектива. Я думаю, что это нужно обязательно делать и не один раз за зиму, хотя бы парочку. Я считаю, что так должны, обязательно такие мероприятия должны организовывать все организации. Это массовость, это как раз и есть развитие спорта, популяризация. Оценили гости великолепную Серноводскую трассу. Подобные старты акционерного общества «Самара-Нефтегаз» здесь проходят регулярно. Это и не случайно. Организаторы всегда довольны качеством лыжни. Хорошая, гладкая. Со смазкой не угадали немного. Со смазкой, да. Думали, теплее будет. Говорили о значимости этих соревнований представители районной администрации. Ведь взаимодействие акционерного общества и муниципалитета, оно всегда тесное. Перспективы дальнейшего развития только положительные. Очень здорово, что территория Сергиевского района, вот, такая большая, огромная компания, как «Самара-Нефтегаз», доверила проведение этой спартакиады. Это, наверное, говорит о многом, о нашем уже существующем сотрудничестве. И у нас как в плане социальных проектов есть полное взаимодействие и сотрудничество. Ну и, соответственно, в плане экологии и многих-многих других вопросов, касаемо как производства, как культурной жизни жителей нашего района. В общем-то, здесь взаимодействие, оно очевидно, потому что «Самара-Нефтегаз» на территории Сергиевского района одно из самых крупнейших предприятий. И, соответственно, наших граждан, которые работают на этом предприятии, достаточное количество. Мы рады такому взаимодействию. Есть там! Поехали! Но вернемся непосредственно в стартовый городок. Следующая часть праздника состояла из мастер-класса, показанного сильнейшими лыжниками акционерного общества «Самара-Нефтегаз». Спортсмены, отстаивающие честь общества, во время спартакиады нефтяной компании «Роснефть» организовали небольшую эстафету, где каждый этап составлял протяженностью 1 километр. От северной группы месторождений за победу борьбу вела команда, состоящая из Елены Лазаревой и Вазгена Гакарян. В итоге наши лыжники пришли к финишу на втором месте, совсем немного уступив Денису Зайцеву и Ирине Складневой. После ярких выступлений спортсменов пришел черед непосредственно стартов по возрастным категориям. Протяженность дистанции составляла от 1 до 2 километров. В итоге победителями стали Галина Шаповалова, Владимир Стрелов, Виктор Трофимов, Александр Бакан, Константин Аржанов. В завершении была проведена смешанная эстафета среди цехов северной группы месторождений. Ее победителями стали лыжники ЦДНГ номер 2. Как отмечают организаторы, первый блин комом не вышел. Праздник лыжного спорта получился ярким и увлекательным. Ну а в планах проведения подобных стартов и в следующем году, с перспективой их организации в других точках области. Друзья, у нас игра недели.
Наш телеканал предлагает вашему вниманию очередной матч чемпионата Сергиевского района по волейболу. Под крышей спортивного комплекса «Олимпиец» сойдутся две команды, которые ни много ни мало входят в число лидеров сергиевского волейбола. Итак, РН «Охрана» и «Газовик». Посмотрим, сумеет ли сейчас, то бишь во втором круге, «Газовик» взять реванш у РН «Охраны» за поражение в первом круге. Может быть, получится, ну а может быть и нет. Итак, друзья, игра началась. Волейболисты «Газовика» вышли на игру в форме темно-синего цвета. И их половина площадки в первом сете справа по телевизионному экрану, то бишь ближе к нам сейчас. И первый же розыгрыш мяча. Ошибаются «Газовики», и очко переходит к команде «РН Охрана». Она набирает 2 балла и ведет уже с перевесом в 1 очко со счетом 2-1. Как я уже сказал, волейболисты РН «Охрана» являются лидерами чемпионата Сергиевского района, безоговорочными лидерами. Они одержали практически все победы в чемпионате, только одно поражение в пассиве коллектива в белой форме. Команда уступила, прошлогодний чемпион уступила «Нефтянику» в первом круге. В интереснейшем противостоянии, в интереснейшей борьбе РН «Охрана» проиграла со счетом 2-3, но... Как это ни парадоксально, данный факт не помешал охранникам после первого круга возглавить турнирную таблицу. Почему? А все потому, что нефтяники потеряли очки, и потеряли они именно в противостоянии с газовиками. Выиграли они у газовика со счетом 3-2, но набрали всего 2 балла, и вообще затем переиграли только РН «Сервис» со счетом 3-2, так что нефтяники откатились на вторую позицию. Но нефтяников здесь нет, не о них речь, мы с вами, естественно, сегодня поговорим об этих двух командах, тем более первый сет в самом разгаре, тем более первая партия нам показывает, насколько велико преимущество волейболистов РН «Охраны». Да, нефтяник, конечно, очки набирает, но в один из моментов эта команда проигрывала со счетом 15-4. Да, затем догнали немного, 11-17, но все же, чем ближе концовка партии, тем РН «Охрана» чувствует себя увереннее, и превосходство этой команды вырисовывается более отчетливо. И вот сейчас уже ни Сергей Кузнецов, ни его товарищи по команде ничего не могут поделать. Сергей Нефатов, игрок команды «Газовик», перехитрил сейчас оборону, и команда, его команда набрала очередное очко. Не приближаются «Газовики», по очереди набирают баллы обе команды, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно РН «Охрана» выиграла первый сет со счетом 25-17. Итак, начинается партия под номером 2, и начинается она с великолепной комбинации, завершает которую Роман Яровой мощнейшим ударом. Номер 6, игрок команды «РН Охрана», 1-0, «РН Охрана» выигрывает. Ну а это Алексей Леонтьев, руководитель команды «Газовик», инструктор по спорту сергиевского ЛПУ МГ, так что можно сказать, что, говоря современным языком, это настоящий генеральный менеджер команды «Газовик». Он собирает этих волейболистов, он за них отвечает, ну и, наверное, отвечает за ту игру, которую показывают игроки команды «Газовика». Ну а какую же игру показывают нам «Газовики»? В первом сете мы это уже видели. Временами полное отсутствие какого-либо характера, временами откровенное безволие. Да, команда сопротивляется, но буквально какие-то необъяснимые провалы у синих наблюдаются. Не помогает ни Сергей Кузнецов, ни Игорь Алексеев, ни Сергей Нефатов, ни Александр Касаткин. Как-то здесь все порой бывает, друзья, печально. Но сейчас второй сет, сейчас совсем другая история. Все снова по нулям, и мы видим великолепные комбинации в исполнении команды «Газовик», и уже счет 7-5. Правда, в пользу охранников. Правда, снова команда «РН Охрана» выигрывает, но обмениваются комбинациями.
волейбольные дружины. 6-10 в пользу Эрнохраны. И вот 11 очко набирает Роман Яровой. А здесь уже великолепно отвечает Сергей Кузнецов. 15-9 плюс 6 у РН Охраны. И очередная комбинация, очередной розыгрыш мяча. Мяч сейчас на половине площадки РН Охраны. Теперь уже несогласованные действия газовика по всей своей красе. Вторая половина сета полностью за охранниками. 22-12 вы сейчас видели, ну а финальный счет второй партии 25-14. Ну что же, вот так вот сопротивлялись газовики до самой середины второй партии. Все шло буквально на равных, а затем какой-то снова необъяснимый провал. Такой же провал, который мы с вами видели в первом сете. И снова потеряна целая масса нужных, важных очков. И снова команда какая-то просто бесхарактерная у газовика. Ну, вообще-то, конечно, да, вот Сергей Кузнецов, он все удивляется с каждым разом. Это первый сезон Сергея Кузнецова за эту команду. И, конечно, он приходил в нее одним из фаворитов. Он, естественно, желал, чтобы газовик участвовал и в финальных матчах, и сражался за золотые медали. Давно мы с вами не видели газовика чемпионом, друзья, более 10 лет. А сейчас Сергей Кузнецов ошибается, попадает в сетку. Так вот, Сергей Кузнецов, естественно, приходил в эту команду с тем расчетом, что будет она сражаться за медали. И, наверное, все-таки газовик за медали будет сражаться. Ну как здесь бороться с РН Охраной, когда даже Фортуна против? Но, тем не менее, 18-14. Тем не менее, всего 4 балла. И отставание не такое великое. Тем более, Сергей Кузнецов сейчас набирает одно очко. 18-15 счет становится. А сейчас 19-15, мяч снова над сеткой, и в аут он улетает. Показывают игроки РН Охраны, что вроде бы задел его игрок газовика, но Сергей Кузнецов полностью опровергает этот факт, и очко сейчас переходит команде газовик. Обмениваются команды ударами, 22-18 сейчас счет в пользу РН Охраны, и если охранники эту третью партию выиграют, то тогда, конечно, они в сухую одолеют газовика со счетом 3-0, и матч будет закончен. Точно такой же счет был и в первом круге, поэтому есть определенные у нас надежды, что в четвертый сет игра перейдет, тем более газовики начинают постепенно догонять своего соперника. В один из эпизодов счет становится уже 22-21, и вот пытаются сравнять газовики результат, и здесь мяч уже на их половиной площадки. Игорь Алексеев полностью бессилен. Счет 24-21. Мяч над сеткой. Алексеев бьет в блок. И 25-21. РН Охрана выигрывает, побеждает с видимой легкостью. Ну а газовикам еще работать и работать. Работать Алексею Леонтьеву. Надеемся, что все будет у него хорошо. Хотите стать спонсором программы «Овертайм»? Хотите, чтобы вашу рекламу видели не только по телевизору, но и в интернете? Звоните 220-03. Ну и на этом, друзья, очередной выпуск программы «Овертайм» подошел к концу. Смотрите нас каждую среду и воскресенье на телеканале «Радуга-3», а также в интернете практически каждый день. До новых встреч, друзья!